Алиса рыба. Неужели прибыли наконец хваленные силы света? Мне есть тактика справа, с стороны на крыльях стоит тоже. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Сомалийский. А не получается так, смотри. Маликет правил на себе мелкий треш держать. У тебя не получается чисто с ним таун. Правило 2 мобов, как Вой сказал. Да это... Вон, видишь, правило 2 мобов, видел сколько? Как бы я могу масс таунтов с Маликета забрать. Но... Я понял. Ближе к луже РДДшники, да. Перебежали. Я не знаю. Лису шотнул. Ловушка. Кто наступил? Алиса или кто-то? Как неудобно. Охуенно меня залагало, конечно. Неудобно бить, потому что постоянно рейнджа не хватает. Не просто турбо, да, ты ничего не сходишь. Да, Алиса. Нет, не кнопку отжимай, я просто говорю чувствительность микрофона. Потому что нехуй перед его ебалом стоять, на. Только ты один получил дамаг. Либо он обернулся, блядь, вовремя так-то. Ну это потому что, видишь, потому что не синхронно двигаются это люди. Ты понимаешь, что где череп и крест, нахуй, мы тем дальше нахуй от босса стоимся, и РДДшники, нахуй. И мне где уже крест, мне приходится прибежать к танку, нахуй.
25 хп. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, а мы здесь, мы на окраине стоимся. Чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ? Встаньте в один фрейм тогда. Малийский, отведи. Кто там был на? Но ловушка была на Алисе. Какая разница, на ком была, блядь, зависит от того, кто встал в нее, блядь. Mm. Виби, ты вообще никогда не был на личинах, что ли? Неужели я не был? Хваленые силы света. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам.
и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Так, ну что, вы еще в десятке гер? Чтобы ты увидел финал, не могу допустить, что величайший... Пускай будет. Перед лицом лича не стойте, на хату ловушка кинется наперед. За спину боссу зашли на. Мелких забирай. Ловушка на танке. Прозапали. Ловушка, смотрите. С синим лучом выходим с рейда. Ладно, не стоим. Шерпистул гимномар. Давай хоть на вторую фазу посмотрим. Твой господин. Ну вроде такая же. Валькистан. Шаркарь. О, вот где шаркарь нахуй. Да.
Он появился сразу в текстурах, когда мы стояли на краю самом, блядь. Как раз когда должен был быть шаркающий, он стоял к обрыву ебалом. Он призвался в обрыв. Надо ходить по кругу, блять, а не по какой-то хуйне ебаной, блять. Какой круг, блять? Мы зашли нахуй и закрыли себя просто, не можем никуда убежать, блять. Потому что сзади ловушка, нахуй, напротивпали ловушка, блядь. Чё у вас за круг, нахуй, ебаный, блядь? Вот, блядь, круг, нахуй, а не тут, блядь. Кинул тарелку. Шаркающий не выбрал цель. А, я тебе расскажу, я зачем там кидается. Я тебе расскажу, зачем кидается тарелка. Но я понимаю, кидается, зачем кидается тарелка. Сейчас два раза не помогла тарелка, чтобы он первого меня в цель выбрал. Он сначала выбрал Маликета, потом выбрал Войда. Войда чуть не пизданул. Расскажу, почему он выбирает первыми миликами, нахуй. Потому что, блядь, босс стоит, нахуй, ебалом сюда, блядь. Шаркар появляется в мили-зоне, нахуй, а не возле второго танка. Вот почему он, блядь, бьет миликов первым. Я объясню просто, как есть. Понял, понял. Хорошо, я буду вести только по этой краю льдины. Если Алиса будет в жопе мира, ее проблема. И ловушка вперед нас. И агро, блядь, сука. Дневного духа, почему агро не набиралось, блядь? Мало того, что он дыхнул в рейд, так еще и вейда положил, блядь. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную... Сомалийский, третий дух, Алиса, блядь, забирает, ты перетаунтишь его на себя. Это твоя задача, блядь. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки... Ёбаный, не ёбаный, она пошла, нахуй, оставила, блядь, мобан, даже его не бьет, пошла лечо танчить. А чем он холи лучше с урезанным взрывом трупа, который нихуя не набирает агро, блядь? Он раньше у меня ебал 16 косарей, сейчас он у меня ебет 3 косаря. Танчи. Я могу ливать? Турбо, не стой там, нахуй, ёбаный. Вам так удобно, нахуй, стоять вообще? Вот как вы стоите, блядь, уперлись на вот эту льдину, и вы вообще ничего не видите, у вас обзор просто, блядь, на нулях. Не знаю, о чем ты говоришь, у меня нормально. Ну вот. Ну, и о том, что у тебя... Бегите, ловушка.
Биби. Вот там ты сейчас за столб зайдешь, блядь. Нормально. Она немножко другая, но... Вопрос. Я уже здесь понял. Мелких забери, мелких забери. У них чума. Смотри, только у босса, ой, у моба остается 20%, сам близкий забираешь на себя. Следующего Алиса забирает. Забирай на себя, Алиса забирает третьего. Переход пошел. Ложим? Твой господин зовет. Надежда тает. Пришел конец. А все не убежает, Юна. Просто люди думают, что Т5 не будут фиксить. Да хуй там правда, блядь. Да при чем тут танчило, не танчило? Даже если ты ДДшила, блядь, ты знаешь, что, блядь, делает ёбаные штуки. Дело не в этом, нахуй. Читай нахуй, сука, выше, ёбаный в... Бухая в ноль. Чулана в рейд надо. Ой, пизда, пизда. Че ты дикеем заходишь?
Ой, а чё хотите-то? Лич. Я понимаю, а чё вы от меня-то хотите? А без меня не дымажилось или чё? У нас Алиса бухая отвалилась. И вы вайпаетесь на какой-нибудь комнате с Саной. Какая нахуй комната, они даже глаза её не видели ещё, блин. Погодите, я регов куплю на баб. Не сумоните. Сейчас.